Число жертв COVID-19 достигло почти 1800 человек. Количество зараженных с момента начала эпидемии превысило 70 с лишним тысяч. Из них свыше 10 500 болеют тяжелой формой пневмонии. Есть статистика и по выздоровлению. Это почти 11 тысяч. В настоящее время в обсервации находятся более 150 тысяч китайцев. Еще у 7 500 человек подозревают вирусы носительства. Мы сейчас обладаем возможностями взять распространение инфекции под контроль. У нас налажена диагностика, мы проводим экспресс-анализы, которые могут подтвердить или опровергнуть наличие коронавируса. Поэтому статистика уточняется каждый день. И в настоящий момент количество диагностированных заболевших уже в течение нескольких дней идет на спад. Во Франции прошедшие карантин граждане смогли вернуться домой. Но накануне стало известно о новом случае заражения. Это британец, также проводивший отпуск в Альпах, в том же шале, где гостил инфицированный. С подозрением на заражение коронавирусом в воскресенье в одну из лионских больниц госпитализировали жительницу Руанна. В Германию вернувшихся и находившихся в карантине вирусоносительства обнаружено не было. Схожие картины и в Бельгии. Диагностика не подтвердила заражение ни у кого из 8 подданных королевства. У всех нормальное самочувствие. Мы провели серию экспресс-тестов в течение этих 2 недель. Все они оказались отрицательными. Люди могут покинуть больницу. Иная ситуация на борту круизного судна Diamond Princess. Там заболели, по данным на утро понедельника, 355 человек, среди них 40 американцев. В общей сложности на территории архипелага подтверждены 413 случаев COVID-19. Вашингтон намерен эвакуировать порядка 300 своих граждан, застрявших на Diamond Princess. По прибытии им придется пройти еще один карантин на базе ВВС США в Калифорнии. По сообщениям АФП, в понедельник в Пекин прибывает группа экспертов ВОЗ, чтобы обсудить пути распространения эпидемии. Для специалистов пока ясности в этом ключевом вопросе нет.